Сканируй дверь планшетом, и я ее открою. Объясняю. Это я все запер. За безопасность. Все, можешь входить и выходить. Сканируй каждый распределительный блок, чтобы я их взламывал и включал камеры. Хорошо. Карта обновилась. Из хорошей карты тебе тут сразу конец. Световые гранаты могут пригодиться. Яркий свет их отвлекает. Вот так.
вот рядом люк. Это самый быстрый путь в убежище. Порой отступление – лучшая стратегия. Отлично, боец. Дорогой Джон, прости, но мы не согласны с твоим толкованием пророчества. Ты циклишься на части о горящей земле. Осторожней с этой штукой. Так, милый, только себя не подорви. Дорогой Джон, прости, но мы не согласны с твоим толкованием пророчества. Ты циклишься на части о горящей земле, а мы считаем ее предостережением и советом помогать людям, а не стоять в стороне. Я знаю, ты злишься на нас с Роном за спор на последнем собрании. Но пойми, для нас лучше перебдеть. Если мы ошибемся, мир хотя бы станет чуть лучше. А если мы правы, но не поторопимся, вся планета окажется в опасности. Жаль, что ты этого не понимаешь. И нет, мы не хотим тебя заткнуть или перекричать. Я знаю, что ты это сказал в запале. Но все равно слышать это было очень обидно. Мы ценим твой опыт. Именно поэтому я настояла, чтобы тебя позвали. Но мы не дети, хоть и не разделяем твою точку зрения. Совет поручил мне временно отстранить тебя от собраний, чтобы вернуть тебя в строй. По их словам, твоя эффективность снизилась. Я не стану этого делать, потому что еще люблю тебя. Тебя расстроит исключение, но соглашусь, фатализм непродуктивен. Я уезжаю из Клермон-Феррана, чтобы поискать в библиотеке что-нибудь о чумных докторах. Но к ночи костров я вернусь, позвоню, и мы отправимся на площадь Александра смотреть народные гуляния. Я так скучаю по нашим вечерним прогулкам. С любовью, Сандра. Ясно. Триангулирую. Ищи в супермаркете. Только осторожней там.
пользуйся радаром, не ленись. Хочешь знать, что за дрянь рыщет вокруг? Сканируй местность. Он подключен к сигналке. А ну внутрь, пока не набежали чумные со всей округи. Oh!
Похоже, бедолаги примчались на сигнал тревоги. Ну, теперь у них проблемы посерьезнее. Заграждение, чтобы... Ищи молоток. Без него часть двери не открыть.